21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и допустил занос, в результате чего произошло столкновение с движущимся по встречному направлению автомобилем «Дацун» под управлением 55-летнего жителя Ульяновска. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажира автомашины «Дацун» доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. У обоих водителей взят анализ на исследование. По данному факту проводится проверка. Сотрудники Димитровградской госавтоинспекции напоминают автолюбителям об элементарных правилах безопасности. Уважаемые водители, госавтоинспекция города Димитровграда напоминает вам о том, что выезд на полосу встречного движения, как и превышение скоростного режима, является грубым нарушением правил дорожного движения, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с летальным исходом. Будьте внимательны и осторожны.